Всем здорово, друзья мои! С вами я, Коля, и сегодня мы продолжаем играть в игру Минск Subway Simulator. Сегодня мы прокатимся на 81-717 на автозаводской линии от станции Могилевская до Каменной Горки. Поехали! Поехали. Тем более, что сейчас я остановлюсь на станции Могилевская, да. Так, станция Могилевская. Сейчас вам покажу такое крутое на балконе. Там находится музей Минского метро. Тут мы видим кабину номерного. И в ней есть такая же панель приборов. Но плохие текстуры. Да. Поехали на следующую станцию. Уважаемые пассажиры, автозаводскую. Не сбирайтесь около дверей вагона. Наступная станция автозаводская. Осторожно, двери зачиняются. Тем более, что, ну, станция автозаводская, она мне нравится, потому что на ней такие широкие колонны. Не знаю, наверное, пилоны или колонны, не помню. Так. Сейчас мы приближаемся к станции автозаводская. Автозаводская. Итак, станция автозаводская. На ней такие широкие колонны. Ну, не помню. Я же в Минске не был. Поэтому вот так. Наступная станция партизанская. Осторожно, двери зачиняются. 117 пассажиров уже. Да. Следующая станция метро — это Партизанская. На ней такие колонны черные. Да.
Сейчас мы к ней будем подъезжать. Станция Партизанская. Станция Партизанская. Партизанская стиль. Ну, проехал. Итак, станция Партизанская. На ней такие черные колонны и золотые полосы. Вот так-то. Ну что, поехали к следующей. Наступная станция – тракторный завод. Осторожно, двери зачиняются. Next station is тракторный завод. Please, mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, стережитесь от тяжелых катеров. Сейчас мы будем ехать к станции Автозаводская. Конечно же, станция метро, это, она мне очень нравится. Потому что станция тракторный завод. Красивая станция. Так, станция Автозаводская. Станция Тракторный завод. Тракторный завод стоит. Так, станция Тракторный завод. На ней колонны такие классненькие. Скамейки тоже. Ну, станция неплохая. Поехали. Наступная станция Пролетарская. Осторожно, двери зачиняются. Так, ну, сейчас прибудем на станцию Пролетарская. Она такая же, как станция Московская, которую мы на московской линии ехали. Да. Тут горку.
какая-то. Станция Пролетарская. Пролетарская стейшн. Так, станция Пролетарская. У нее такие же путевые стены, как у Московской. Поехали. Наступная станция Першамайская. Выход на правый бок. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Першамайская. Please mind the closing doors. Уважаемые. Следующая станция метро — это Первомайская. У нее боковые платформы у станции Первомайская. Да, это она. Станция Першамайская. Выход на правый бок. Першамайская station. Exit on the right side. Так, станция Первомайская. У нее островная платформа. Наступная станция Купаловская. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Купаловская. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, после объявы об закрытии дверей, посадка на вагон не допускается. Следующая станция метро — это Купаловская. На ней есть пересадка на станцию метро Октябрьская. Станция Купаловская. Станция Купаловская. Пероход до техников Московской линии. Так, станция Купаловская. На ней есть переход на станцию Октябрьскую. Это мы катались на Московской линии в предыдущей серии. Да. Уважаемые пассажиры, коли ласка, проходьте у середину салона. Не збирайтесь каля дверей вагона. Наступная станция Немига. Осторожно, двери зачиняются. Thank you.
перегон короткий. Сейчас мы будем подъезжать к станции Немига. Станция Немига. Так, станция Немига. Она мне тоже нравится. Она красивая. Да. Ну что ж, поехали. Наступная станция Фрунзенская. Осторожно, двери зачиняются. Здесь тут ехать на 40 километров в час. Сейчас будет показывать ограничение 60 километров. Конечно же, тут скорость снижается сама на горке. Сейчас мы будем подъезжать к станции Фрунзенская. Вот станция Фрунзенская. Станция Фрунзенская. Пароход в пути. Зеленолужская линия. Фрунзенская стейшн. Transfer to the Зеленолужская line. Так, станция Фрунзенская, как я говорил. На ней есть пересадка на станцию метро Юбилейная площадь. На Зеленолужскую линию. Так, поехали. Наступная станция Молодежная. Осторожно, двери зачиняются. Довольно здесь тоннели очень классно сделаны. Они как на московской линии, такие же тоннели. Только почему-то у меня снижается скорость сама. Сейчас мы подъезжаем к станции Молодежная. Да. Вот станция Молодежная. Станция Молодежная. Станция Молодежная. Она очень красивенькая. Она мне очень нравится. Сейчас я ее сфоткаю. Вот. Наступная станция Пушкинская. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Пушкинская. Please mind the closing doors.
Вот довольно станция Пушкинская. На ней, ну, золотые колонны. Да. Сейчас будем разгоняться до 70 километров в час. Так, вот мы въезжаем к станции метро Пушкинская. Ну вот, мы подъезжаем к станции. Станция Пушкинская. Пушкинская стоишь. Так, станция Пушкинская. На ней такие вот светильники. Поехали. Наступная станция Спортивная. Осторожно, двери зачиняются. Следующая станция метро Спортивная. Станция Спортивная. Спортивная стоишь. Станция Спортивная. На колоннах есть поручни. Наступная станция Кунцевщина. Осторожно, двери зачиняются. Так, следующая станция Кунцевщина. Она тоже идеально классная. Thank you.
Так. Станция Кунцевщина. Станция Кунцевщина. Кунцевщина стоишь. Так, станция Кунцевщина. На ней такой желтый потолок. И колонны такие, тоже классные. Станция Кунцевщина прикольная. Поехали на следующую. Наступная станция Каменная Горка. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, невыполнение правил корыстания эскалатора может привести к падению и травмам. Следующая станция, последняя, это Каменная Горка. Это конечная станция. Так, станция Каменная Горка. Станция Каменная Горка. Концевая. Техник на линии Д. Калиласка, покиньте вагоны. Уважаемые пассажиры, при выходе из вагона не забывайте свои речи. Please leave the train. Please don't leave your belongings behind. Станция Каменная Горка. Сейчас будем заезжать в тупик. И мы заезжаем в оборотник. Так, 0 ошибок, 992 монеток заработали. Ура! Теперь у нас 2422. Вот так вот мы покатались на номерном по автозаводской линии. Всем удачи, всем пока-пока.